Вы сказали, это слышится логичным, что люди ищут, гонятся за наслаждениями, потому что спрашивают себя, в чем смысл, и не находят наполнения ни в чем. Они должны достичь духовного на своем уровне. Каждый должен прийти к отчаянию там, где он находится. И его отчаяние, оно отличается. Человек, может быть, не осознает это пока, но вы увидите и почувствуете, как все действия, которые он делает, это только для того, чтобы запутать себя в жизни, чтобы не спрашивать себя, для чего я живу. Это находится внутри у каждого, но если ты затрагиваешь это, он готов убить тебя, потому что ты пробуждаешь в нем вопрос, которым ты стираешь его жизнь. Ты ему говоришь, для чего ты живешь? Если ты его спрашиваешь, для чего ты живешь, ты таким образом говоришь, что для чего? Для чего тебе жить? Кто ты такой вообще? Потому что это действительно то, что он чувствует. Это ощущение уже находится внутри. Это ступень человек. И эта ступень не связана с тем, есть у него что-то, что поесть или нет. Это ощущение, это развитие желания получать в нас, развитие качественное —